Привет, друзья! Это школа Кормщик, и это Селигер. Мы не первый раз проводим и давно вас зовем на наш интенсив. Сейчас это стало особенно актуально. Почему? Середина лета. Именно середина лета. Для того, чтобы еще в этом году получить не только права ГИМС, но и навыки управления нашими прекрасными, а потом и вашими лодками, вам надо сделать это сейчас. Фишка очень простая. Вы бронируете заезд на Селигер. Это происходит каждую пятницу. С 12 часов дня в пятницу мы начинаем, в воскресенье заканчиваем. Мы научим всему. Не только нескольким маневрам, которые необходимы для сдачи экзамена в ГИМС, но и всему тому, чего вам пригодится в своей собственной судоводительской жизни. То есть мы перепрыгиваем вот этот этап, как вот бывает, знаете, у мотоциклистов. Выучился, получил права и пошел в школу, мотомастерства обучаться. Нет, здесь сразу все. Как говорится, в одном стакане. Вы получаете сразу по бронированию доступ к дистанционному курсу, самому широкому, включающему и морские пути, и гидроцикл. Изучаете его, хотите до приезда на Селигер, хотите после. Можете даже сдать теоретический экзамен, выучиться, сдать практически на нашей же воде, на наших же лодках, но в городе Москве, в яхт-клубе ЦСКА ВМФ. И все, и уже в этом году вы с правами. А сейчас возможностей стало еще больше в связи с тем, что мы наконец запустили ГИМС-портал. Это уникальный совершенно ресурс, на котором собраны все практические курсы, какие только можно найти. Там же есть теоретические курсы и очный, и дистанционный. И все это в одном месте. Там же вы можете прям сами заказать и получить необходимые документы об окончании обучения и отправиться с ними в ГИМС на экзамен. Я не буду рассказывать, как хорошо на Селигере. Вот те люди, они только что закончили обучение. Им надо еще с этим сжиться, все это осознать, пережить, а потом оставить для нас хорошие отзывы. А вы их прочтете и приедете к нам на Селигер. Все, ждем вас, лодки готовы, Селигер готов. А время бежит, не остановишь, заканчивается сезон. К сожалению, когда наступила его середина, можно говорить, что заканчивается сезон. Все вопросы по телефону. Я с удовольствием отвечу и расскажу вам, как, где и чего. Жду вас.